конце 19 века в деревне Спасская проживало всего около 200 человек. С тех пор населенный пункт сильно разросся, и сейчас, по данным местного староста, в деревне порядка 1500 жителей. Ремонта единственной дороги в деревне они ждали более 30 лет. Дорога, можно сказать, весной была вся разбита. Невозможно было ездить. Мы на машине ездили, это просто была катастрофа. Машины разбивались. После того, как вот взялись видновское начальство за нас и стали делать дорогу, конечно, у нас улучшилось. В конце прошлого года здесь заменили 2500 квадратных метров дорожного полотна, а также установили лежачие полицейские. Из бюджета было потрачено более 2 миллионов рублей. Была создана дорожная карта, которая на этот год расписана по датам с ответственными лицами. Не все туда, конечно, вошло, что нас беспокоит. Но самая большая проблема для деревни – это не только дорога, ее надо делать и расширять. Был, конечно, депутатам огромное спасибо от жителей. Были экстренно выделены в августе деньги, 2,3 миллиона. Они были освоены, да, действительно, положили 2 полицейских. Местные жители надеются, что в ближайшее время к ним все же пустят общественный транспорт, а также оборудуют пешеходные зоны вдоль автодороги и доделают освещение. В администрации заверяют, выполненные работы только начало. Планируется здесь доделать дорогу, доосветить и сделать пешеходные дорожки для безопасности жителей. Поставить все знаки, чтобы здесь было запрещено больше грузом ездить. Вот, зеркало повесить, тут очень поворот по 90 градусов, и практически водители не видят, куда ехать. Дорога в деревне Опаренки, соединяющая Каширское шоссе с северной промзоной, тоже давно нуждалась в реконструкции. Долгие годы здесь было просто отсыпное покрытие, которое со временем пришло в негодность. И вот в конце прошлого года дорогу полностью отремонтировали. Дорога была, конечно, в очень плохом, плачевном состоянии. Насколько можно, мы ее поддерживали, но того состояния, в котором она находится сейчас, конечно, мы все ждали и очень благодарны. Очень надеюсь, что это первый шаг к очень важному делу для людей, чтобы сюда пришел общественный транспорт. Были заасфальтированы 2 участка общей протяженностью почти 3 километра. Ремонт производился за счет средств бюджета города и обошелся в сумму более 12 миллионов рублей. Сейчас гарантия у нас 3 года. Если что-то не так, то будем восстанавливать за счет подрядчика. Но вот я лично сам ездил глубоко осенью сюда, постоянно как бы контролирую здесь и вывоз мусора, и тут были в СНТ ездил. Дорога сделана очень хорошо и очень прилично. В ближайших планах администрации организовать в лесу, через который, к слову, ходят на работу многие рабочие промзоны, пешеходные и велодорожки, а также освещение и парковую зону для отдыха. Екатерина Борисова, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.